Всем привет! Сегодня будем жарить сыр халуми. Особенности сыра в том, что он держит форму на сковороде. Жарится он без масла на голой сковороде. Режется вот такими небольшими кусочками, как колбаса, и просто жарится до румяного цвета. Выкладываем на разогретую сковородку. И ждем, пока подрумянится. Смотрим. Еще не готов. Смотрим. Можно переворачивать, подрумянится. Наш сыр готов. Он имеет нежный, необычный вкус, но все равно понятно, что это сыр. Всем рекомендую попробовать.